Kinder weg, Kinder, Kinder weg. Ja, da kommt einer, ne? Verdammt nochmal, ich hab ihn noch gesehen. Komm schon, komm schon, zieh dich an. Hose. Ja, ein paar Minuten schneller. Hier, komm. Das Auto kommt näher. Mensch, beeilt euch doch endlich. Los, antreten, zügig. Stillgestanden. Oh, das war knapp. Ja, das ist sexy. Ja, ich hab ja auch, da haben wir noch die Tüte. Und wenn das uns nochmal passiert, weißt du noch vor einer Woche? Du meinst das Gefecht in diesem kleinen Waldmann dort? Weißt du, wo ich meine Hose habe? Ich habe hier da unwahrscheinlich ein Problem mit der Pflanze drauf. Haben wir nicht die Pflanze? Naja, sicher kann man das. Das Leben ist schön. Geh mal baden. Ich hatte einen Klemmer für mich. Ach, das ist ja. Наша деревня называется Глобщина. Нам поселили немцев, настоящих. Они нам так, без надобности. Они думают, что они нам нужны. Здорово, бабоньки. Здорово, Наталья. Здорово. Ой, как вас сегодня много-то. Да. А чё? Наталья, здорово. Ой, сейчас от вакуум дыхну отсюда насток. Вот ведь все рукава залоснил, как маслом намазал, блестят. Разве ж такое отстираешь? Чё, Наталь, Пал, своего обстирываешь? Да не мой он, квартирант он. Ой, в окопах небось бы не залоснилось. А ты ему на рукавнике шей, пущай, как бухгалтер ходит. Это Настя, она всегда со всеми ругается. Ну, у нее характер такой. Ну, ругать. Может подраться, но она без зла это делает. Она раньше почтальонщик работала. Разойдись! Да ты что, дур совсем, Барька! Да ты чего? А это тетка Варвара. Она самая толстая в деревне. Ее все толстые зовут. Обиделась, Наталь? Подумаешь, по разу плюнули. Ну и чего? А это тетя Нина. У нее на войне немцы брата и мужа убили. Но она верит, что брат вернется. Он только пропал без вести. К ней поселили целых 5 немцев.
Чего Наташку-то обижаете? Да никто не обижает ее. Думаете, ей в радость кого-нибудь держать? Кабана выкормить можно было. А это дед Степан. Он самый хитрый в деревне. Он все время всякие пакости придумывает. Она за это уши дерут, думает, что это... Здравствуйте. Сало. Шпик. Шпик? Ага, на обмен. Шпик тоже? Вам? А мне? Мне. Сигареты? Ага, сигареты. Ага. Ой, а? Сигареты. Ой, такая ж севая, как и я. Гута, шпик? А, не. Пан, не. Сигарет? Две. Свай? Свай. Ага, zwei, zwei. Ага. Во! Gute Zigaretten. Deutschland. Спасибо. Спасибо, пан. Komm, komm. Ich auch? А, не, не, это я не отдаю. Das auch? Gib her. Даруйте, не отдаю. Komm. Не. Geh. Alter Geist. Хрен вам, боже, а не сало. А когда в село пришли немцы, мы ушли в лес, а в лесу жить тяжело. Ну и пришлось вернуться, немцев терпеть. К нам поселили настоящего немца. Он в сельском совете работает, по ихнему в комендатуре. Вот он самый главный. Он у нас уже почти год живет. Наталь! Чё зря бурей гоняешь? А чё ж их не гонять? Коли все, кому не лень, туда-сюда шастают. Тип-т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 ип. А чё им ещё делать-то? Воякам нашим. Настка! Тьфу ты, ихним. Ой, они ж умаялись совсем. Скоро от скуки, пуп, как мухи подохнут. Ну-ну, пожалей, пожалей. А чё, я их не жалею. Ты со своим, небось, не только шеи хлеваешь. Дур, что ли? Он же немец. Ну и чё? Чё тебе с ним? Дебат-то разводить, что ли? Ну, подруга, совсем ты задебатилась. Легко тебе умный-то быть. А я всю жизнь одна. Да ты одна больше, чем все бабы головчицкие повидала. Ну чё напоминаешь-то? Ну, хоть бы на денёчек. Не припихайся. Ну, хоть бы... Но один бы задержался подольше. Мне ж стараться о ком-то хочется. И то счастье, хоть и дырявое. Куда? Гришка! Мужики! Тёть Наташ, Гришку позовите! Наташа, Гришку позовите! Да бегает где-то ваш Гришка! Брысь отсюда, вы, когда надо, сам выйдет! Давайте сюда! Му, яблок дам! Сейчас им яблоко. А вы мои друзья. Животы болеть будут. Петя, Саша, Коля, а вон Митя. О, Ксюша бежит. А меня здесь нет. Тебе? А сегодня утром Гришку в окно видела. Он по дороге шел. На Новоселкин. И я видел, только мы думали, что он же пришел. На, держи. Слышь, а мне ничего не сказал. Видать, тетке та накормит. А я к тетке в жизни не пойду. Она меня весь огород заставляет палить. Пошел отсюда! Ну, бегите! На речку, давай, брысь отсюда! Речку, взяли, ой, подождите, у меня яблоко упало! Подождите! Слыхала, ночью-то стреляли! А я думала, мне показалось. Да ты что? Да за что было-то? Грех и смех. Кто-то. Все ставни немецкой хаты валерьянкой обмазал. Так коты со всей округи туда ловиться стали. Немцы-то сначала все гоняли, гоняли. А потом стрелять начали. Всю ночь стреляли. Да ты что? Да. Интересно, кто бы это мог сделать? Да есть у меня одно подозрение. Проходь. Угу. Я им говорю, чистое белье. Три дня еще не проносили. А они... Стирай, да и точка. Ишь ты! А сейчас с обедом управиться надо. Тебе-то чего? Да вот, сало принес.
А что взамен? Я... Что, соль надо? Нету. Ай. Да, ничего. Сказала нету, значит нету. Да просто так принес. Ну, тебе хорошее сало. Я на это не плевал. Ну, бери ты. Что ты? Настя! А Настя! Чё? Ты чего копаешь-то? Ревень на компот. Так его ж весной надо. А тебе дело? Может, у меня рецепт такой? Да волосы красить будет. И нечего тут заглядывать. Ты не говоришь про семье твои, только про один сын. Кто они? Муж и сыны. До войны еще. Гришка тогда совсем малой был. Вот они его и не взяли. А сами на реку поехали. Рыбу ловить. Далеко, на заработки. Я все переживала. Думала, как же я без них? Целый месяц буду. А потом привезли их. Сначала нашли братьев. А потом папу. Через 2 дня. Его течение отнесло. Их похоронили втроем вместе. Ну, так всегда делают. А через неделю от них пришла посылка. А потом мы посылку получили. С рыбой копченой и письмом. В письме обещали пораньше приехать. И приехали. Я рыбу в саду закопала. На кладбище долго ходить. Не могла. Все в сад бегала, думала, гадала, что же там вырастет. Ешь давай, остынет все. У меня тоже бабушка умерла. А, когда? Ну, давно. А, ну, а как у вас дела? А? Ну, там. Ну, ничего, мы целый день там карт играли, там была одна важная проверка. Проверка. Проверка там должен быть через неделю, ну, сегодня приезжай. Ну, что, странно. Все. Ой, Гришка пришел. Ой, это твои. О. Guten Tag. Да. Sehr schön da. Guten Tag, Natalia. Bitte schön. Ой, Йоган. А там, там что выросло? Где? Ну, в саду, где ты рыба покопала. Ничего не выросло. А вот это тетя Нине. Ага. И бегом. Когда староста пришел в лес, он сказал, ежели вы, партизаны, что-нибудь Открывай, здесь натворите, еды не получите. Мы с немцами добром, Здрасте. Они с нами добром. Степан! Че? Ты все кабанчик так раздашь. Не, ну нет, чтоб людям добрым, а. Все поганцам достанется. Нинка твоя совсем с ума сошла? Чего? Че перед немцами стелится? Ой, возьмите сметанки. А вот с блинчиками так оно так вкуснее будет. Ой, ой. И зашью, и пришью. Я уж думала, она немцев этих ненавидит, а она... Так. Что это у нас тут? Степан, отдай мне грабли, а? Мои давеча сломались совсем. Я на сено пойду. Наталья Гришку обыскалась, а? Гришку в новоселку совсем не видали? Ну, конечно, не видали. Я туда даже не заходил. Злая баба. Что несешь? Зря на Нинку не наговаривай. Уж я-то знаю, как она их любит, терпит. Так что нечего придумывать тут. А что? Придумываю. Я ж ничего не придумываю, Степан. Я ж сама видала. У нее же всю ночь в баньке свет горел, а потом как воровка в свою хату пробиралась. Я ж все видала, Степан. Ты чего? Так? Ты чего? Ишь ты, окаянная. Ты чего? Ага. Еще грабли ей. А ну! Я ж видала своими глазами, Степан, своими глазами. Ну, ты чего? А ну, пошла прочь отсюда. А ну-ка. Ишь ты. Wo ist sie denn? А... Nina, ti jes plocha stirat. Idi stirat snova.
Oh! Красные руки! Куда хватать красными руками? Эй, Вашин! Нина! Хорошо! Хорошо! Постирала! Хорошо! Постирала! Хорошо! Постирала! А, блядку! Тасус! Отсюда! О! Замет Тайфен! Нет! Dummkopf! Я уберу сейчас! Я сейчас все уберу! Тетя Нина старается с немцами не ругаться. Она старается все терпеть, потому что не знает про нее один ее секрет. Ай-яй-яй! Sie ist doch alt! Das hätte ich nicht gedacht. Если ты кому-нибудь говорить, что меня набит, я тебя убивать. Иди. А? Повесь. Чего? Чего смотришь? Ты есть очень красиво работать, Наталья. Тоже мне придумал красиво работать. Mm. Как все работать, так и я работать. Nein. Nein, как все. Очень красиво. Ну ладно. Mm. Давай. Поговори по-вашему, как вчера. Hm, komm, halt mal. Heine. Was spricht der? Heine? Das ist ja verrückt. Das ist gefährlich. Wenn ich an deinem Hause des Morgens vorübergehe, so freut's mich, du liebe Kleine, wenn ich dich am Fenster sehe. Mit deinen schwarzbraunen Augen siehst du mich forschend an. Wer bist du? Was fehlt dir? Du fremder, kranker Mann. Ich bin ein deutscher Dichter, bekannt im deutschen Land. Nennt man die besten Namen, wird auch der meine genannt. Und was mir fehlt, du... Ничего не понимаю. Наталья. Наталья, дават мне пит вода. Моя мамка самая красивая на свете. К ней уже не раз приходили свататься, но она отказывалась. После папы она никого не любит. Что? Danke.
наконец-то. Ага. Ну-ка, 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 ну-ка. А кто здесь? Ой, ой. Я тебя вижу, Степан. Глазастая какая. Вылезай. Ой, ой, ой. Все меня видят. Все. Фух. А мне, между прочим, прятаться ни к чему. Ага. В отличие от некоторых. Угу. А с кем это там, а? А тебе какое дело? Моюсь я. Днем времени не хватает. Тетя Нина и дед Степан всю ночь ругались, пока дед Степан не пригрозил, что если ты меня не впустишь, я закричу на всю деревню, пока вся деревня не сбежится. Это ж надо! С плена убег! Ну, почисти. Ну, Нинка, теперь откармливай его. Она уже давно меня откармливает. А наши немцы про него-то знают? А ты что думал? Конечно, знают. Теперь и не ведаю, чем умасливать, как не выдумать. А не надо умасливать. В полицай пойду, хай они меня умасливают. Правда, что ли? Да что ты? Володька, врешь, поди. Степан. А? Угу. Когда дядя Володя был маленький, дядя Степан рассказывал ему разные поучительные истории. Но, видать, дядя Володя ничего не понял. Вон оно что. Это что такого? Вон оно что. Так вот вы как. Добрый Володька. Так это... Добрый Володька. Степан, ты это... Полицаи! Степан! Зарублю! Ты что? Как капусту порублю! Степан! Володька, шкура! Беги! Беги, Володька! Шкура! Беги! Тихо! Антихрист! Степан! Прислуживать им! Степан, служите им добровольно! Не пойдем! Ай, тихо пусти. Ты, Нинка! Тихо Нинка. Ты! Тихо! Нинка, пусти! Тихо. Зря ты, Степан! Тихо. Зря! Ты ведь ничего не знаешь. Да кроме. Да не можешь знать. Откуда тебе знать-то? Думаешь, по убеждению? Полюбил я их. Да вот хотел бы полюбить-то, а? Да вот нет у меня убеждения. Было бы убеждение. Хотя нет. Есть одно. И самое важное. Какая бы эта жизнь ни была, с оглядкой, с душком, она все-таки, она лучше, чем смерть. Смерть, она поганая, она противная, скользкая. Я ее видел. Wo ist der Offizier? Герота! Тут пришли! Кома! Alle Sache aus dem Stab. Und sowas?
Nein, alles in den Papieren. Hopp. Наши бабы говорили, что главное немецкое начальство Отто выговор прислало, потому что он плохо работает. Из-за этого несколько немцев отправили прямо на войну. Так. А ты помнишь, мы вчера все пили? Ага. Я... Как же? У вас останется. Плохо. Дай выпить. Да? Нет, водку дай. Наталья, дай водку. Знаешь, дед Степан говорит, что скоро вся трава пожухнет. Rein damit! Du Blödmann, kannst du nicht mal was aus... Dreckskerl! Dich krieg ich, komm her! Ey, Scheißkerle, geh weg! Danke mehr! Geh weg! Садитесь, ешьте! Ja, jetzt gibt's was zu essen. Na endlich, ich brauche es. Da kommt er ja! Садитесь! Du Dreckskerl, du Dreckskerl! Das war nicht nett von dir. Подлинцы! Блинцы давайте! И со сметанкой! Essen fast! Давайте, давайте, ешьте! Ешьте, бегите, бегите! Божечки! Нинкин брат! Володька! Я? Ну точно, Володька! Что, признала? Толстая! Живый! Живой! Не как полицай. Не видишь, что ли? Может, твой где Кузьма в полицаях ходит? Лучше сдох бы где. Володька, что ли? Ну и дура. Дядя Володя решил стать хорошим полицаем. Здрасте. Никого не бить, всем помогать и делать добро. Дождалась Нинка на свою голову. Только Наска поди рада будет. Думаешь, примет? Рыжая-то. Нет, Наска не приняла дядя Володя. Володя Прохорчаков я. Она даже об него спасибо. Любимые грабли с размаху сломала. Gruppe, angetreten! Schnell ein, Kinder und ja, ich muss los. Los, Bewegung! Kinder, Kinder, weg, 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 los. Stillgestanden! In Doppelreihe angetreten! Rechts um! Vorwärts! Марш! Links! О, сколько поганцев справа! Links! Он твой с ними! Links! Одним едоком в доме меньше! Вот то больно нервный стал! По-моему, их прижимать стали, вот они и бесятся! А! Нинкины трое тоже топают. Да не радуйся ты больно. Я и так втихомолку, а то давно в приседки пошел. До ближайшей стенки. Наск, ты Гришку-то в новоселках не видела? А я к Марфе не заходила. Господи, боже мой, уж 3 дня как домой обещался. А откуда он денется? Ты что? Чего их? На капусте было. О, ну давай, давай. Ой, целуйте мені, хлопці, хоть разом 400. У мені губа така, що й не топириться. А не ходи за мной, мой милый, не хочу, чтоб по мне мал. Тебя свиньи целовали, когда в луже ты лежал. Бабоньки, давайте за то, что спровадили. И чтобы побыстрее остальных. Девки, давайте, кому налезть еще? Никим садочку, там соловей кощада там. Ой, зараза, клюпка. Тих-тих-тих, тёх-тёх-тёх, ай-яй-яй-о. Там соловей кощада.
улице пройдуся! А у всех девок мужики, а у меня три гуся! Один серый, другой белый, третий тоже в крапинку! Бабы! Бабы! Ну давайте хоть этих! Ну фашистов давайте позовем, а! Да ты что, совсем шандарахнулась? Ну, ай, что ты, как а маленькая? Сейчас погуляю. Дед тут у меня. Во, на своих поминках. Степан! Глядь, кто пришел, бабы! О, смотри! А кто пришел? Здравствуйте! Здравствуйте! А мы со своим. Принимайте у компанию. Степан, держи. Эх! А? Ну? Давай. За то я, чтобы... Всё! А мы его сюда не звали, а она на нас сама пришла. А мы его тут назвали, прилипучая. Уберите, бабы. Твоя боль. Ханс! Мах die Fenster zu! Господи, Иисус Христе, сохрани! Господи, спаси, сохрани! Да, что это auch hier? О, Господи, защити, девочка! Господи, защити, девочка! Ишь ты, им бы только выслужиться, а нам страдай. Строгие мы стали, боимся мы вас. А долю не желаете ли? А? Ты чего, Степан? Кто? Фу ты! Это ты, что ли, толстый? Да сам ты толстый. Я говорю, что зря ругаешься? Да фрисы совсем от рук отбились. Строгие стали. Это вот как 13 этих на фронт увели, озлобились совсем. И ты что думаешь? Им свои жалко. Угу. За свою шкуру боятся поганцы. Да еще вот гарь это. Ты не знаешь, какую сожгли. Случайно не знаешь. Да чего ты взял? Наплел тут что лаптей. Может, просто пожар? Да что ты, Варвара, какой пожар? Эх. А я чуть убег. Лежит сено ничейное. Ну, думаю, зачем добру пропадать? Я и взял. А этот часовой как закричит. Хальт! 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 Знаешь, положи сено! Положи сено! Вот. А раньше ведь не кричал. Ничего. Да какое на ничейное! Тянешь до себе все, я как бобер. А ты куда-то на ночь глядя, а? Смотри. Кузьма вернется, гармошкой по спине получишь. Из всех кавалеров только ты, да еще эти. Тут с кем и захочешь. Ай ты. В сельсовет я иду. У штаб ихный. Убирать. Толстый на дядю Кузьму. Похоронка пришла. А Настя, почтальонша, она так толстую пожалела и решила не отдавать. И потом всю неделю заплаканная ходила. А толстая вообще ничего не знает. Наши полицейские Да что так долго-то сегодня? Из деревни Голодницы мальчишка заложил под рельсы тол. И все. Поймали или нет? Кого партизан? Они лесом ушли. А туда кто сунется? Это очень плохо! Вы не работаете? Мы работаем. Как я считаю? А? Я же говорю, патруль мальчишку задержал. Вот. Патруль мальчишку задержал. Один был малой. Казак наслушался и геройничать пошел. Малой? Куда пошел? Геройничать. Ну, типа диверсию сделать. Я не понимаю, что диверсию. Ну, вроде партизан он.
Партизан? Вы понимаете, партизан, да? Вот это хорошо! Это, ну, сразу так, говорить! Так откуда он? Черт! Мюллер, с Ihnen die Leitung frei! Мюллер! Пацан не местный, малой. Да он вообще с вашей деревни. Verbinden Sie mich mit dem Stab. Mit irgendwem vom Stab. Кажется, пронесло. Ну, он вообще сегодня. Пеленый, что ли, объелся. Распустили, понимаешь, байструков своих, а нам страдай. А все от вашей жизни сладкой. У вас тут не жизнь, а курорты сплошные. Немцы с вами как с детьми маленькими. Только что он сопли не вытирают. Вон, Филипповича, чуть что. Тр с автомата. Коротко и понятно. И вопросов нету. Да ты что такое говоришь? Креста на тебе нет. На войне там понятно. А мирных-то за что? Знаем мы ваших мирных. Деревню в сарай и бензинчиком. Вот это хорошо, партизан. Вот там они мирные, смирные и станут. Да вас даже черти в ад не возьмут, нелюди. Недолго вам жировать, толстая. Скоро и до ваших мест справедливость доберется. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ай-яй-яй, ох-ох-ох. Ну чё, гляделки вылупил? Патруль мальчишку задержал. Один был. Пацан не местный, малой. Гришка. Ты уже победила. Смотри, как твоя кукушка там больше. Ты так быстро делаешь. Стриги, стриги. Может, еще отыграешься. У тебя 2 минуты осталось. Только это нечестно. Вы как мышки там покушаете. Я только сегодня начал. Как это нечестно? Очень даже честно. Ты вон еще с Наской сыграй. Она вообще быстрее всех. Наталья! 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 Здрасте. Вот. Я у немцев взрывчатку украл. Гришку забрали. Чего? Пошел в лес партизанам отдать. Ну, они ж в лесу живут. А там никого не было. И я решил сам рельсы взорвать. А патруль меня поймал. Verbinden Sie mich mit dem Regimentsstab. Regimentsstab? So ein Nachmittag ein etwa 10-jähriger Junge als Partisan eingeliefert worden. Wo sitzt der? Wie 15? Das interessiert mich. Geben Sie mir den Wachhabenden. Гришка, где? Ты что, не привел его? Где он? Я не бог. Это поздно. Да нет, миленький. Это не поздно.
Это просто темнеть рано стало. Я уж не знаю, как у вас там, а у нас так. У нас как дело к осени, так темнеет рано. А на самом деле совсем не поздно. Ну чего ждать, скажи? Чего детенка-то до утра зря томить? Слушай, ну, иди, он не открой, у меня в комендатуре. Его. Другое место. Я туда не могу гулять. Там много солдат с автоматом. Я все сказал, главный штаб. Это значит поздно. Это фобай. И чего? Золотое колечко. Только ребятки, отпустите. Уходите. 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 На ноги! На ноги! Зачем вы его держите? Отпустите мальчика! Не виноватый он! Ауселандагин! Офицер, отпустите Гришу, пожалуйста! Вы же человек! Он же... Вот во сколько. Все на моего Гришку навалились. Ну что, все вместе его убивать будете? Только сначала мне сына другого дайте. Ну, ты мне дашь другого сына? Наталья. Йоган. Наталья. Отпусти Гришку. Выгидыч. Верни Выгидыч. Мне сына! Наталья! 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 Йоган! Наталья! Руки вон! Отто! Наталья! Отто, пожалуйста! Иди домой! Отпусти Гришку! Слышишь? Спаси Наталья, его. Я тут не могу говорить! Иди домой! Я Давай. Не хочу ангела! Я не хочу ангела! Я хочу живого сына! Я хочу живого сына! Шти ауф, Наталья! Шти сына! Я не хочу! Я не хочу ангела! Я хочу сына! Я хочу живым сына! Боженька! Ну, ты и про Наталью-то уже знаешь, наверное, да? Ну, что ж такое случиться-то могло? Ну, он же дитя ж совсем еще. Ну, не могу я на нее смотреть, а? Прям как Федор покойный. Ну, этот, который летом-то повесился. Ой, свет. У нее ж глаза, как у зверя отравленного. Ага. Прям ходит и ждет, когда ее бить начнут. Ну, ругалась я с Натальей, Ну, чё? Ну, Гришка-то дитя у малое. Ну, мамочка, ну, спасишь ты его, а? Ну, спаси ты его, ну, ребенок же. Я ж помню, как Наталья ходила с ним. Угу. А я ей тогда все груши перетаскала. А потом родился. Знаешь, какой хорошенький. А потом рос и вырос. Вот. И вырос. А когда Наталья-то мужа да сынов потеряла, прям вся черная стала. Только глаза горят. Матерь Божья, ты спаси ее, а? Гришка-то... Он когда маленький был, она же жить не хотела. А он маленький, за ним же ходить надо. Вот так ее к жизни-то вытянул. Ну это же все, что у него в жизни есть теперь, а? Боженька,
Ну что же останется-то? Вот у меня нет ничего. Ну и что терять-то мне? Нечего. А у Натальи есть. У нее дом есть. Ее даже кровать его. Колодец. А Гришки не будет. Ну как же так? Ну, боженька, ну не понимаю я. Ну как же Гришки-то не будет? Ну сделай ты Наталью счастливой, Господи, ну. А я вот вокруг ее счастья-то похожу. А почти счастливая. Я что, завтра приду? Я расскажу там как чего, ладно? Все так обрадовались, что мотоцикл воды упал, а потом испугались, когда узнали, что мост специально кто-то подпилил. Степан! Чё? Утекай! Сейчас за тобой придут. Немцы прознали, кто мостки подпилил. Ну, знаешь, мотоцикл-то утопили. Степан! Шары-то разуй! В лес беги! Ох ты, Господи! Господи! Ну, придумай что-нибудь! А что придумать-то? Мам! Играйте быстро. Если спросят, где дед, скажите, на речке. Сети проверяют. Играйте быстро, играйте. Офицеры. Здрасте. Здрасте. Где и Степан? Он на речке. Сети проверяет. Все перину разодрали, сорванцы. Куда он пойти? Олеша его знает. У него много мест, куда он может пойти. Есть Степан. Да. Есть keiner. А может, ему что передать? Так вы мне скажите, а я и передам. Раус. Раус. Geht in die Scheune. Oh. Я не мог. Я не мог отпускать твой сын. Я добрый. Я не люблю мучить. Я не фашист, но я не могу отпускать твой сын. Тогда меня отправлять на фронт. Понимаешь? Я там был. Я больше не могу это видеть, понимаешь? Я не могу отпускать твой сын. Я много делал для твоей деревни. Вы это просто не понимаете. Но теперь все меняется. Это уже другое время. Им надо кто-то. А если нам отправляют, приходят другие, и они только могут убивать, я тебе скажу. Нет, я не отпускаю твой сын. Я делаю это для всех. Я хочу тебе помочь, помочь всем. Но я тоже хочу жить, понимаешь? Ты не имеешь права спросить меня и погибать! Понимай меня, пожалуйста! Herr Gott, dann sag dir doch einfach, das ist eine Eigenschaft von diesem Volk. Du bist doch noch jung, du kannst doch nicht kriegen.
Mich kriegt keiner nochmal. Wer ist denn dieses Volk? Und das bin doch ich. Und die anderen, die dieser Krieg überlässt. Und in was ist dein Junge denn besser, hä? Weil er jung ist. Ich diene meinem Land. Und der bedeutet noch gar nichts. Der bedeutet noch gar nichts. Ничего, ничего не значит. Еще ничего не значит. Слушай, надо проводить взамен другой ребенок, понимаешь, взамен. Слышишь? Надо нам только другой ребенок взамен, слышишь? Смотри на нее, смотри. Надо другой взамен, слышишь? Вот, вот, и все будет хорошо, все будет хорошо. Надо, вот только там няме нормально, все. Сюда Ой, иди! Степан! За мной! Во! А ты чего? Ай! Ну что? Как чего? Ищут меня? Не знаю. Кто тебя ищет? Я ж целый день на поле. Не знаю. Не знаю. Все бабы как бабы. А это ничего не знает. Немцы меня ищут. Ой, это чего? Чего? Степан. Чего надо?
ты моим скажи, что, мол, живой пока. Вот, не поймали. В лес уйду. Партизаном! Да ты! Молчи ты, дура. Никому ни слова смотри. А то сама знаешь, что со всеми моими будет, если дознаются. Так, ты вот что сделай. Значит так. Одежу мне принеси. Видишь, в чем убег? Да. Вот. И хлеба. Ага. Хлеба принеси. Закусить? Ва! Водка! Нету. Вы? Нету больше. Все. Алла? Алис нету, и самогона нету. Нина. Алис. Immer was von dem Brot. Ja, hier. Brot. Lecker. Lecker, ja. Richtig köstliches Brot haben wir. Oh. Hey, das sind meine. Ja. Von den Tomaten habe ich auch. Tomaten. Ja. Gib mal hey. Rüber. Was ist da los? Ja? Wo denn? Wo? Das ist die Wolke, Brioche. Das ist Barbara. Ich kenne sie. Sie arbeitet bei uns im Stab und putzt. Oh, du Dura. Ah, это соседка моя. Соседка моя. Свиней пошла. Кормить, траву жать. Швайнам, швайнам, швайнам. Да, швайнам? Да, 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 да. Лучше я проверю. Ага. У меня еще один графинчик завалялся. Хитрочная жена. Случайно. Сейчас. Да мне не сложно. Не уходите, подождите. Traut ihm nicht. Спасибо. Trinken wir auf den Führer, auf den Sieg, das Vaterland, zum Wohle, Kameraden. Die schon alle. Дед Степан ждал Толстую, так и не дождался, потому что ее арестовал немец. Ну и решил сам к партизанам пойти. Так и не дошел. Бабки думают, что может в болоте утоп, а может и волки загрызут. Или заблудился. Что? Приводил другой. Я приведу. Потом. Ты не понял? Завтра последний день. Я поняла. Иди. Я хочу спать. Mein Gott! Müller, kommen Sie mal kurz her. Wir haben hier eine Sache zu erledigen. Bitte schreiben Sie. Befehl Nummer 3. Am 10. August wurde im Dorf Golovtschice im Kreis Petrikow
Wie bitte? Im Kreis Petrikow. Jawohl. Die Einwohnerin Varvara Semyonova festgenommen. Varvara Semyonova festgenommen. Ja. Sie wird der Zusammenarbeit mit Partisanen geschuldet. In Ordnung ist das hier. Der Zusammenarbeit mit Partisanen beschuldigt. Und? Ja. Ich habe mich entschieden. Die folgenden Indizien. Ich gehe an die Front. Doppelpunkt. Ja. Schulz wird die Papiere einsammeln. Und Männerkleidung. Warum? Warum? Sie wird hiermit zur Todesstrafe verurteilt. Auch wenn ich ums Leben komme. Todesstrafe. Ich will aber nicht gegen Kinder kämpfen. Ich will nicht einen Jungen umbringen und danach sagen, dass ich im Krieg war und nur mein Haar dem Tod entrinnen konnte. Das will ich nicht. Dankeschön. Володька полицай и немцы все в ухо пили и думали, что с Толстой делать. Думали, что два даже подрались. А Толстый Эрих крест потерял немецкий. Всю ночь искали, а утром нашли в отхожнике. Давай. Варька, гляньте, Варьку ведут. Варь, поглядите, Варя вышла. Здорово, бабоньки. Пойдем, Варька, здорово. Варенька, на, держи. Nicht stehen bleiben, weiter, weiter geht. Hier, von hier rüber. Weiter. Weiter, nicht stehen bleiben. Halt, zurück! Verschwindet! Weg mit euch! Покрепче ее затяни. Чего? Чего? А ну пошли вон отсюда! Вы что собрались-то, а? Ну че, не на базаре? Отпустите ее! Топай, топай давай! Че не бегаете? Пойдите отсюда! Варь, что про партизан-то говорили там, а? А ты что, Настка? Ну, то Волысова не вырю, убедишь. Ходила к партизанам, и все тут. Да. Слушай, Настка, ну, если со мной что-нибудь... Да ты что, встай, Ванечка, у тебя побудем, пока Кузьма не вернется. Хорошо. Пошвенне! Ушла, ушла, ушла! Сколько раз говорить тебе? Варька, ты не бойся, они отпустят. Они, правда, черти, выпороть могут. Что могут? У меня панталон дырявый. Ты чего? Слушай. Ванечка, покорми! Он еще с вечера голодный! Ты не переживай! Я сейчас найду, я покормлю! Ты не переживай! Что не переживать-то? Бабоньки. Fort mit euch! Zurück hier! Was soll denn das? Haut ab! Verschwinde! Was suchst du hier? Ваня! Вань, ну, ты спать ложись, а? Ну, Вань! Ваню! Ложись, Ваня! Глазки закрывай и спи. А сказку про грабли золотые? Ну, какие ж такие грабли-то золотые, Ваня? А ну, я придумаю, тут тоже грабли. Я не знаю. А про курицу с зеленым хохолком знаешь? Не, не знаю. А мамка знает. Когда мамка придет? Вань, а я сейчас, знаешь, что сделаю, а? Ой, я сейчас тебе эти... пирожков напеку. Ага. А знаешь, с чем? С картошкой. Такие вкусные будут. Не, видимо, не будут. Вань, блины будут. Когда мамка придет? А я знаешь, про кого знаю, Вань? Про эту... про лису. Ага, про лису.
Ты знаешь, она такая хитрая, зараза. И курей воровала. Ага. Пока ей собаки башку не свернули. Во. А дальше? Ну, а что дальше? Все, башку-то свернули. Плохая твоя сказка. Ruhe! Ruhe, hab ich gesagt. Das Urteil wird vollstreckt. Что там? Ruhe, hab ich gesagt. Das Urteil wird vollstreckt. Точно, ветка. В прошлый раз думали, что ветка оказалась змея. Тетя Наташа. Ну идемте, тетя Наташа, нас же Гришка ждет. Тетя Наташа! Тетя Наташа, вы куда? Тетя Наташа, возьмите меня с собой, пожалуйста. Тетя Наташа, вы куда? Тетя Наташа, вы куда? Тетя Наташа, я же плавать не умею, я тоже Гришки хочу. Thank you.
мамка самая сильная на свете. Она даже волков не боится. Она всех врагов за меня победит. Но только у меня все равно не получилось бежать за место другого. Ведь патруль еще той ночью, когда меня поймал, стрельнул меня насовсем.